Молодцы, ребята. Так, давай поджигай их, а другие, блядь. И он пошел, смотри. Да-да-да, он к берегу пошел. Белый дым, смотри, пошел у него, видишь? Сейчас пошел. Да вижу. Он горит. Вон, смотри. Ой, еще одного. Опа! Заебись, молодцы, блядь! Ребята! Вау! Заебись, пацаны, смотри, долбят их нахуй. Камера бы, конечно, получше. Заебись, смотри. Вообще, смотри. Залупились, пацаны, молодцы. Молодцы, сейчас, да, сейчас война будет. Стопудово, сейчас да похуй. Сейчас подпрыгнут пограничники. А вон пидорас стоит, начальник милиции смотрит, вон он. А потому вон, что... смотри, второго зажгли. Вон, смотри, вон там еще что-то. Ну это... А, смотри, сбросили, видимо. И вон второй, смотри, тоже загорелся нахуй, вот он. Где? А вот синий пошел, и вот лодочка, вот. А все, вижу, ага. Белый дым пошел. Сука. Заебись. Молодцы. Смотри, а тот пошел сразу большой, смотри, уходит, смотри. Вон, смотри, сейчас, ебашут наши. Сейчас наши догонят. Вон, смотри. Опять сбросили, да? Ну, это они отстреливаются тоже. Нет, это они сбросили. А может сбрасывать? Может. Ракетницу. Ну, ракетницу ты хуй сбросишь. Ты ее не успеешь. Вон он пошел. Молодцы, пацаны, смотри. Смотри, возвращаются, смотри. Правильно, пацаны, давайте. Заебись. Я бы сейчас бы их начал хуярить просто, сука, пидорасов. Зашевелились, блядь, а смотри. Да, да. Сейчас да. Рации заработали, видишь, и тебе движняк пошел. Да. Они сейчас вон туда перейдут. А сейчас туда все равно сейчас это толстый выйдет опять. Толстый стол. Я сейчас все равно пойду опять туда. Ты позвони ему, скажи, вот такая хуйня. Он где сейчас? Дома? А он, наверное, на лодке. Нет, он не дома. Он на лодке. Ты позвони, скажи, вот такая хуйня началась. Спроси, что он там готов. Может, что помочь, что бросаем нахуй. А лодки, смотри, стоят. Вон они не в паре. Смотри, возвращаются опять. Вот это да.